Мы взрослые, серьезные люди науки. Поэтому мы знаем, насколько важен спорт в нашей жизни. А какой спорт без настоящей победы? А какая победа без сладкого празднования победы? Поэтому сегодня в нашей спортивной рубрике «Slow Motion» празднование победы. Наверное, вы не раз слышали фразу «пить из горла некрасиво». Это не совсем так, потому что если снимать этот процесс на специальную камеру в режиме 300 кадров в секунду, то очень даже красиво. Возможно, не с этической точки зрения, но с эстетической так точно.